Добрый день. Вот нам пришли бесплатные образцы от Freescale. Давайте посмотрим, что у нас тут внутри. Так. Начнем. Откроем посылочку. Вот. Давайте посмотрим, что там. Давайте обрежем, да, все. Посылочка дошла достаточно быстро, буквально за недельку. Так. Вот тут можно декорация. Герметичный пакетик. Вот. ММАШ 3111. Вот, давайте посмотрим, что у нас тут внутри. Тут у нас все герметичный корпус. Пакет, точнее. Вот, вот такая вот коробочка красивая. Так, давайте посмотрим. Так, вот к этой коробочке у нас прикрепили гелевые шарики для поглощения влаги и индикатор. Конечно, они вот так заклеили некрасиво. Вот, но видно, что у нас влажность меньше 5%. Вот, давайте теперь посмотрим, что у нас в коробочке. Вот. Ну, в коробочке у нас ММАШ 3111 в корпусе 189. Вот. Давайте посмотрим следующую посылочку. Так, давайте следующую посылочку откроем. Здесь у нас тоже, значит, усилитель в корпус, значит, ММГ 3014 в количестве 5 штук. Давайте сейчас откроем, посмотрим, что там у нас. Вот. Так. Вот, видите, такая вот коробочка. Давайте посмотрим, что у нас тут внутри. Внутри аналогичная ситуация. Коробочка. Все это дело привязано. Индикатор, гель. Здесь у нас также 5 штук. Значит, ММГ 3014 в корпусе 189. Более детально посмотрим, что там. Вот. Ну, последняя посылочка. Это у нас ММГ 3003. Это достаточно популярная. Вот. Давайте сейчас откроем, посмотрим, что у нас тут. Запаковано все красиво. Фирменная упаковка. Вот, герметично, видите, воздуха в середине нет. Так. Вот, заглядываем. Так, а здесь они забыли положить индикатор и гелевые шарики. То есть такое случается редко. Может, внутри где-то там, но я не вижу. Вот, оп. Здесь у нас тоже 5 штучек. ММЖ 3014.